Этот автомобиль уже не средство передвижения, а крупногабаритный мусор, занимающий приличную часть двора. Такие авто называют брошенными. Если возле вашего дома долгое время стоит такая машина без номеров и без колес, то смело обращайтесь на горячую линию администрации или на портал Добродел. Сотрудники административно-технического отдела администрации Химок ежедневно мониторят территорию округа, выявляя брошенные машины. Собирается комиссионный выезд в числе сотрудников ГИБДД, участкового, госавтотехнадзора и нашего представителя административно-технического отдела. По результатам этого выезда, если комиссия признает, что данное транспортное средство подходит под определение брошенного разгрунтованного транспортного средства, размещается непосредственно в самом транспортном средстве документ, оповещающий собственника о том, что его транспортное средство подходит под признаки брошенного. Дальше собственник автомобиля обязан 30-дневный срок либо переместить транспорт на специальную стоянку, либо устранить технические неполадки. Как показывает практика, в 90% случаев автовладельцы за месяц успевают самостоятельно определить судьбу своих машин. Остальные автомобили перемещаются на спецстоянку, расположенную в северной коммунальной промзоне. Оттуда владельцы могут их забрать, оплатив только услуги по эвакуации машины.